Всем привет! Хотела сказать новую кричалку. Я придумала, ну что-то я стесняюсь пока. Ладно, может быть, в следующий раз какая-то такая это особенная. Смотрите, сегодня расскажу вам про свои недавние покупки, ну и это все такое по акции, по скидке. Так, первое это вот такой вот от Evelyn корректор. Корректор хайлайтер они его называют в оттенке Porcelain фарфор. Ну, тут все как обычно у Эвелин, все круто, 100-500 ништяков. Ну, самое основное, вот так он выглядит. Довольно светлый. То есть у меня вот кожа светлая, он с моей кожей сливается идеально. Сейчас у меня другой корректор от Maybelline, такой с жулькой. Кстати, жулька вот это неудобно, и больше не буду ее покупать. И вот этот корректор лучше мне подходит. Стоил он 139 рублей по акции. Ну, в магазин вы уже знаете, где я скупляюсь. У меня их теперь два, кстати. Вот. В ту дырку засунула, ну ладно. Основные его достоинства, он не залепляется в складки. То есть он высыхает довольно быстро. Распределяю я его спонжиком. У меня такой маленький яичко. Я его так быстро тыр-тыр-тыр. И вот он держится у меня весь день, смотрите. Ничего не скаталось. Кожу под глазами он не высушивает. У него тут какие-то типа светоотражающие частички. Не знаю, как получится мне вам продемонстрировать. Наверное, как всегда, нет. Я пытаюсь купить свет. Не надо мне писать, что типа какого ты там свет не купишь, как дура. Вот такой вот он. Видите, как он переливается? 139 рублей. Вообще потрясающе. Лучше Maybelline с жулькой, который. Но Maybelline, он поплотнее. А этот на лето прям вообще потрясающий. То есть он вот, если его растушевать, он прям с кожей сливается. Вот здесь он был. Очень круто. Раз уж про Maybelline мы заговорили, купил вот такую Снапскара. Так, цена 335 рублей. Вот единственное, что мне не нравится, это вот такая щеточка. Видите, она загнутая. Пахнет, кстати, какой-то это вишневым вином. Вином пахнет, реально. Цвет вот этот называется Black Cherry. Его вот так вот прям не видно, что это черри какое-то. Кажется, она как черная. Это не сейчас она, не на мне, не она. Но я вот заметила, что когда я делаю, например, вот нюдовый макияж с этой палеткой от кошачьего риса Fresh Nude, кто не в курсе, это я так фирму Catrice называю, Catrice. Он как бы вот взгляд смягчается. То есть вот когда черной тушью накрасишь, оно как-то более агрессивно, а с этой прям вот помягче. То есть на тон, как на два, мягче. И сама консистенция туши очень клевая. Видите, здесь прозрачный флакончик, уже вот видно там пузырьки воздуха. Сколько я ей пользуюсь, наверное, недели две или, может, чуть больше. Ничего пока не засохло, не комкается. А, еще классная очень-то первая моя тушь, где теплой водой она смывается. То есть она такими кусиками сходит. Смывается она вообще просто идеально, потрясающая. Ну, у меня я сначала мицелляркой смываю макияж двухфазный гарниер. Или как правильно говорить, гарниер. В общем, я французский не знаю, пардон, мадам, месье. Потом, значит, у меня сыворотка от Биоре. Не знаю, японский. Потом вот какая-нибудь вымывалка, типа вот такой. Так, это вообще я купила во Вкусвилле. Стоило это, по-моему, 118 рублей. К сожалению, человек утилизировал, потому что там еще жрачка какая-то была. И я вообще забыла, что там вот эта покля. А это мусс для лица, для чувствительной кожи. Мягко очищает, обеспечивает, успокаивает и антиоксидантные действия. Значит, 150 миллилитров. У меня сейчас еще там Дав такой вот с помпой. Здесь тоже пенка. И вот этот, он по суше. То есть вот он более как-то поагрессивнее, что ли. Та пенка понежнее от Дав.
Но я им утром пользуюсь, например, я утром бывает просыпаюсь, у меня вот здесь вот жирная кожа, там нет потей ночью, черт он не знает, что там со мной происходит. Ну, то есть у меня Т-зона, да, у меня комбинированная кожа, здесь вот у меня суховатая. И когда вот я им если вечером умоюсь, после снятия макияжа, то есть вот мицелляркой там натру еще бывает, здесь вот прям вот у меня раскраснеется, здесь вот может раскраснеться, поэтому это у меня для утра. А там прям вот был прозрачный флакон, сейчас вот они поменяли. И я когда прозрачный флакон увидела, там прям цветочки какие-то плавали, думаю, о, натуральные, надо брать, и так дешево стоит. Там у них, кстати, еще шампунь есть, надо купить, попробовать. Кстати, вот cruelty free vegan. Так что кто вот переживает за веганство, я cruelty free, вот как бы да, поддерживаю, почему животные должны страдать, чтобы какая-то баба там мазалась каким-то косметосом. А по акции тоже я тут зашла, купила вот за 269 рублей. Вот я тут подписала, чтобы не лазить по чеку, экономить время, то мало. Так, это крем де роз от Maybelline. Вот он у меня сейчас нанесен вот здесь, я им век выравниваю. И сверху у меня от Maybelline вот это вот медный. То есть он как бы такой розовый цвет дает, да, выравнивает век. Ну, не агрессивный, не бешеный какой-то розовый. Вот он. Вот такой. Он быстро очень фиксируется, быстро засыхает. И вот если вы нанесли, я пальцами наношу, прям сразу раз-раз-раз растушевали. И сверху сразу вот какие-то тени накладываете. Держится охрененно. Вот я целый день хожу. Ничего у меня не скаталось. Не закаталась никуда. Я довольна, все круто. Вот такой шампунь я еще раз купила Organic Shop. Это только это уже с кокосом. Мега увлажняющий. Ну, мне не нравится. Он, так, тот был лучше. Который с аргановым маслом желтый такой. Еще, кстати, в улыбке радуги подорожал, сволочь. И тот я покупала за 115 со скидкой. Я туда хожу 15 числа, когда скидка 15%. А этот уже 154 со скидкой. Так был, по-моему, около 180, что ли. Ну, в общем, все дорожает, что не может не радовать любого россиянина. И у него какая-то консистенция, кстати, вот похожа на одну биологическую субстанцию человека-мужчины, которая у него выделяется при определенных обстоятельствах. Ну, в общем, вот так вот. Тот был как-то поприятнее. И вообще вот запах мне нравится, какой-то кокос химозный. В общем, бе. Так, и вот такое мыло. Вот так. С женьшенем. Корейское. Не знаю, что за фирма, я никак не могу ее идентифицировать. Peeling soap. Я им мою тело. И муж у меня тоже. И у него был, правда, женьшеневый. Еще вот я купила еще два по акции в Улыбке Радуги 69 рублей. Так он стоил, по-моему, 130 или 140, 150, где-то так что-то. А тут что-то, почему была какая-то акция офигенная, я взяла еще два. Но было только на женьшеневое. А у меня с улиткой, такого лавандового цвета, это мыло офигенно пенится. Оно, даже если интимные зоны мыть не щипет ничего, оно для лица, но я и мою тело. Во, всем советую. На этом все. Пока, подписывайтесь на канал, нажимайте лайки.